Смотрите, видите? Смелее, он хорошо держится. А вот это место широкое. Если отсюда посмотрите, это цель. Видите, такое левоватое смотрится. Вот отсюда прямо. Левовато? Левовато. А, левовато. Оно как бы так. Понял, да. Но как бы. Есть цветные диаграммы, на которых изображено в покойном состоянии нагрузки распределения на дырки, распределение на вот эти вот штанги, распределение на ось при работе колокола, при работе всех колоколов. И даны цветные диаграммы распределения. Все рассчитано, конечно, в полтора-два раза больше, чем нужно. То есть его, если сейчас даже дергать со страшной силой, он не упадет. Но при длительной эксплуатации, конечно, возникают проблемы. Поэтому его надо жестко фиксировать, прям жестко настраивать. Мы, надеюсь, его настроили. Строго вертеть он должен только на продольную нагрузку. Чуть-чуть боковая. Уже чрезмерные нагрузки идут на эти штуки. Вот так вот висит сбоку. Зафиксировано, вот это временная фиксация. Александр, когда маятник на маятниковый, да? Не, можно. Просто подвести. Удар не будет такой силы, да? Меньшего удара. Да. Из-за этого. Ну тогда теряется его прелесть. Да. Поэтому Александр и все журналисты согласились, чтобы Москва воспроизвольно сделать нельзя. Потому что праздничные два гадостя. Пасха, храм. Только два гадостя. Ну, что я вам сказал, батюшка, я исчерпался, не знаю. Ага. Но я предполагаю. Потому что вот это время на это самое, да? Раз отпустил, он работает как благовест, зацепил на одну сторону. А в две стороны звонить он не получится. Это слишком... здесь дирижер должен стоять. Они должны по нему ориентироваться. И если он его будет приближен, это будут конкретные удары в конкретное время. И надо будет ждать. И вот эта раскачка, она, если он пошел туда, лучше потом вообще у него не стучать. Потому что все испортит. Можно сделать так? Хорошая. Она должна его, это самое, чтобы... А потом можно отцепить, если но плюс тут растяжка, плюс, она же меняет. Плюс, и посмотреть, судейство уж такое, чтобы помощник в ударе был. Такой, да? Чтобы он рядышком был, никаких проблем с ним. Будем учиться все вместе. Ну, да. Мы вот когда первый вот этот опыт пробовали, у него все-таки не ритм не сбивается. Он постоянно в одном. Михаил вообще говорит, я говорю, поражаюсь, он сам случился. Я говорю, да ладно, когда? И мы потом попадали, потом все-таки вот когда привыкнешь чуть слушать его. Ну с оттяжкой не делаешь. Видно. Звон с оттяжкой делаешь всегда, да? Там бы. Нет. Или идешь все-таки? Иду прям, не был прям видно. Да. Потому что вот все равно спиной чувствуешь, вот плохо, когда не видишь. Но все равно чувствуешь. А еще писать, кого ты чувствуешь? Ну, он подумал, он бы сказал, что надо. Хорошо, да. Это просто я крутаря. Я бы менял местами, но уже поздно. Не, можно еще, потом мы поменяем. Видно, они, смотри. Значит, перепутали. Они подряд должны быть. Каждый с колоком должно быть потихонечку подряд. Вот этот нормальный слово. Вот эти два мне поменять местами надо. Вот эти вот. О, да, это не перевод. Они одинаковые, я не заметил. Они не одинаковые, у них разные. По весу одинаковые? Да, по весу, поэтому. А звук совсем звук. Другой, конечно. Вот начало гимна уже есть. Соль, до, пиши. Уже первые четыре ноты есть у гимна.
первые. Да, поменяли мы их, да, местами. Да, еще раз, подожди, я сейчас тональность выбрал ту, которая это самая. Мне надо определить весь строй. Давай, знаешь, что сделаем с тобой? Мы сейчас послушаем с верхнего колокольчика. Тоже местами поменять. Та-та-та, не подряд. Тебе удобно? Они все равно в тройке. Тебе какая разница? Не, поменяю. Но, смотри, у тебя, тебе разницы нет, вот когда зазванивать их? Разницы нету, да. Там все поэтому, смотри, поэтому... Фа-та-та по тону. Па-па-па. Поменять. Да, то же самое здесь, вот эти вот два. Да. Thank you.
Thank you.
я в смысле, привыкли, кстати. Написали, пишем дальше. Да? Значит, надо... Thank you.
второй, третий, пятый, первый. До напишем его, пишем, до. Второй сюда пошли. Мы их перевесим, да. Здесь чистая си. А если?
взглядах, вот, пожалуйста, на сложение этого. Все, в принципе, мы аналитическую часть все сделали, да? Что нужно. Это ми, это ре. Ну прямо под него сантехница. Да не надо. Нет, нет, ну а там ничего. Да. Михаил тут по 20 минут под ним. Что это уникальная колокольня. Здесь есть целый звукоряд, который можно использовать в различных видах, не только как звон колокольный классический для церкви, но и мелодическую линию можно исполнять на этой колокольне. Вот сегодня мы занимались настройкой колоколов, вернее не настройкой, настройкой занимаются тогда, когда выливают колокола. И по определенным технологиям получается определенный тон. Тогда, когда уже есть опыт работы, можно с большой вероятностью точности определить эти тоны, которые бывают. Но это очень, наверное, долгая работа, которая с опытом приходит. И даже вот в такой кропотливой работе, которую, наверное, это не первая та колокольня, которую выливали для Александра Невского собора, те люди, которые делали, есть некоторые, конечно, погрешности, потому что очень точно передать тоны невозможно. В общем, в колокольном звоне это не чувствуется, но диатоничность тонов, характерная для русского звона, здесь есть. И она замечательно будет звучать, тем более, что мы знаем, что тут возможности для колокольни огромные.
у нас есть тут и полиэлейный повод, и праздничный, и шикарный благовест. Если я не ошибаюсь, он 12 тонн весит. А один язык, вот мне сегодня рассказывают, что он весит, я думал, что он около 150 килограмм, гораздо больше, на целых 100 еще больше. 250 килограмм один язык. Очень хороший звук у этого благовеста. И сейчас идет работа в колокольне над, так скажем, доработкой всех мелочей, эти, которые нужно сделать для того, чтобы она правильно функционировала и радовала слух горожан своим хорошим звоном. Точная доработка идет, механизмы, все остальное. Но наша сегодняшняя задача состояла в том, чтобы прослушать все более мелкие колокола, из которых можно сделать мелодичный звон колокольни, узнаваемый. Но сегодня мы убедились в том, что возможно это сделать, можно исполнять на нашей колокольне и церковные песнопения, которые будут узнаваемы, и также можно и народные какие-то мелодии, также узнаваемые на этой колокольне. Возможности хорошие у меня. Есть и минорный лад, у нее ярко выраженный, также и мажорный лад, который более низкий колокола, это мажорный лад, более высокий колокола минорный лад. Поэтому практически характерную русскую музыку, у которой нет много тонов-полутонов, разных гармонических сложных функций, то можно мелодически играть линии. Мы сегодня даже сделали звучание церковного, одного из гласов церковных, очень часто использующегося в богослужении, это шестой глаз. Вот, «Воскресение Твое, Христе, спаси», даже мы смогли на этой колокольне сделать в терции, в два голоса. Вот. У нас это получилось. Сейчас мы записали весь звукоряд, который рабочий в ней, и будем думать над тем, как можно использовать нашу колокольню именно для широкого использования. Также, если есть необходимость и желание, чтобы какие-то наши русские мелодии для души знакомые, приятные, возможно, было услышать. Это будет, конечно, привлекать и горожан, и говорить о том, что возможности набора этих колоколов, они широкие. Ну, в первую очередь, надо сказать, что колокольный звон – это уникальное церковный инструмент, можно сказать, который о многом говорит. Во-первых, в богослужении, когда используется колокольный звон, он говорит о некоторых важных местах богослужения, о самых значительных местах. Это полиэлей, на который выходит духовенство, это Великий пост, когда 12 Евангелий звучат, они откликаются, колокола также. Это часть богослужения, его нельзя оторвать никак. Это в первую очередь. Конечно, еще одна из главных задач – это сбор всех на богослужение, всех христиан. А возможности колокольни такие, что я думаю, что полгорода будет слышать этот замечательный 12-тонный колокол. И мы знаем, что на Руси всегда колокольный звон в трудные времена использовали. Во-первых, это как и на бац сбор всех людей, да, вот когда не знали люди, что нужно что-то случилось собираться. Конечно, был особый звон, это набат называется, да, тогда, когда люди собираются. Особый другой звон, когда собирают колокол на богослужение, благовесть, мерное звучание такое, этого нашего благовеста. И также, когда звучит колокольня, вот эта вибрация, которая от колоколов, она создает особые, а еще и молитвенное настроение, тот, который тут, не каждый, конечно, будет звонить здесь на колокольне, нужно иметь к этому не только желание, да, тогда как на Пасху все звонят, кто хочет, тот приходит, а вот человек, который тоже христианин, который верующий человек, вот все вместе, это молитва, общий звон, это молитва, он даже воздух очищает. Летящий звон, он превращает воздушные массы в совсем другое, так скажем, состав его, и поэтому возможно даже
Отгоняет бесов, дает возможность человеку очищаться. Вот эти вот колокольные звоны, вибрации, они очищают душу. Человек не просто так уже стремится потом идти в церковь, что-то происходит с ним, они его притягивают. Поэтому мы будем считать, что колокольня – это голос церкви, который собирает всех христиан. Хотелось бы, конечно, чтобы наш храм быстрее достроился, чтобы колокольня зазвучала, и в этом величественном храме как можно быстрее начались богослужения. Такое желание есть. Так, потом следующий. Мы их не используем, поэтому я не сильно их запомню, да? Фа-диез для соль. Фа-диез мира. Да. Ре. Соль. Да.